В Варшаве открылся новый госпиталь для больных коронавирусом. Южная больница в Урсунув готова принять первых пациентов. Сначала заведение будет лечить пациентов, инфицированных COVID-19. После окончания пандемии новая больница будет обслуживать жителей южных районов Варшавы. Здание состоит из 3 5-этажных комплексов. В больнице есть медико-спасательная служба и собственная вертолетная площадка на крыше. В больнице подготовлено 300 мест для пациентов с COVID-19, включая 80 с аппаратами ИВЛ. Пункт вакцинации против COVID-19 будет работать в новой больнице с 25 января. Строительство больницы началось в декабре 2016 года, но из-за пандемии было ускорено. После окончания эпидемии больница станет современным многопрофильным лечебным учреждением, которое будет обслуживать жителей Южной Варшавы.